Прикамье на этот понедельник 11734 подтвержденных диагноза коронавирус. За весь период выздоровело 7912 жителей края. Умерло 576. На карантине остается 4411 человек. Березняковские медики сообщают, что с диагнозом коронавирус у них лежат 133 пациента. Дома на карантине 1708 березняковцев. В инфекционном отделении горбольницы Соликамска от коронавируса лечат 29 пациентов. 17 из них – жители нашего города. За весь период поправился 291 человек, умерло 8. На домашнем карантине 434 соликамца. Одевайтесь по погоде и берегите себя. Евгения Пантелеева, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».